Дорогие друзья и любители киберспорта, добро пожаловать на вторую часть предиктов на что? На правильно, на Snapdragon Pro Series Mobile Masters 2023 года ESL. Да, прошел уже первый день, он уже завершен, были невероятные катки, у меня сбылось 7 из 10 предиктов, если не ошибаюсь, или 8, где-то так. И получается, что я собрал около 1165 очков. У меня было где-то 5555, что ли, где-то вот столько. Да. Мы уже заработали моему другу спрейчик на аккаунт, да. Вот. Но пинмакс, конечно, мы не заработаем. Но тем не менее, сегодня я вам расскажу предикты на второй день. За кого голосовать, на кого ставить. Матчей-то не так уж и много. Давайте даже посмотрим, сколько у нас матчей. Вот сюда мы нажимаем, да. У нас всего лишь будет 4 матча. Но ESL отвели на это время, ну, довольно много. Давайте зайдем на их сайт. Вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пока он грузит как раз таки. Да. И пишите ваши комментарии. А теперь давайте посмотрим, где у нас время. И вот оно. Получается, у нас начинается оно в 12 по японскому, то бишь опять в 6 МСК, по утру, естественно, да, я в том ролике сказал 6 просто по МСК, можно было это понять как 6 вечера, но нет, 6 утра, в монтаже я это подправил. В общем-то, с 12 до 17, 5 часов, сегодня у нас длилось 6 часов, а если бы не разделили на группы, было бы часов, может, 12 вообще, или 10, или 8, я не знаю, ну хотя где-то так бы и было, да. Ну и вот, тут отвели много времени, и мне кажется, что вполне может быть даже не Бо-5, а Бо-7. Везде, кроме гранд-финала даже. Гранд-финал, это, скорее всего, по-любому будет Бо-7. А вот остальные пока еще неизвестно. Но тем не менее, команда борется за 200 тысяч долларов. За первое место команда получает, если не ошибаюсь, 100 тысяч долларов. Это тоже очень много. Поэтому схватки будут очень жесткие. Ну что же, давайте уже ставить прогноз. Погнали! Собственно, у нас тут полуфиналы выглядят именно вот так. Давайте на них взглянем. Давайте сделаем прогноз, да, так вот. И начинаем. Истемен против Трайб. Две команды из одного региона. Это будет очень даже интересно. Я выберу, пожалуй, все-таки Истемен. Потому что они в очень хорошей форме. Они показали себя очень сегодня хорошо. Да. Трайбы тоже довольно хорошо себя показали. Хелп не выиграли, хотя я не ожидал этого. Да. Хотя я и говорил, как бы, что будет 50 на 50. Но тем не менее, я думаю, все-таки Хелп Ми выиграют. Но так вот получилось, что стамина все-таки тоже была сегодня очень мощной. Ведь она выиграла Крейзи Ракун. Собственно, стамина выиграла Крейзи Ракун, 3-0 целых, ну, это очень жестко. Форму они показали сегодня очень лютую, поэтому все-таки я поставлю на них. Естественно, у каждого свое мнение, так что вы можете считать по-другому, то, что Трайбы выиграют, но я все-таки, опять-таки, повторюсь уже, в какой раз стамина мой выбор. В первом полуфинале, следующего дня, ну, то бишь завтрашнего, да? Второй полуфинал, ТТМ против Крейзи Ракун. Угу, ясненько. Ну, ТТМ, во-первых, показали себя также очень достойно. Они сегодня выиграли команду Help Me. Да, это было жестко. 3-2. Но думаю, Крейзи Ракун они также смогут выиграть. Европа, Азия. Все-таки Азия, мне кажется, либо ослабела, либо европейцы и американцы догнали по скиллу азиатов. Ну что, у азиатов сегодня что-то немного не так вышло все, как ожидали многие. И мой окончательный выбор все-таки пойдет на тотемов. Давайте выбираем их. Матч за третье место. Кстати, очень удивительно, матчи за третье место очень редко бывают. Но в ESL они есть. Brawl Stars Championship вряд ли это будет когда-нибудь. Хотя было бы очень прикольно, если бы сделать такое разделение. Ладно, чуть отвлеклись от темы. Идем дальше. Трайб
Gaming NA против Crazy Raccoon. Что творили трайбы, что творили Crazy Raccoon'ы, это было мощно, великолепно и блестяще. Обе команды невероятно круто отыграли. И честно, здесь 50 на 50. Либо та выиграет, либо та. Да, такие вот дела. Ну нужно же кого-то выбрать, да? Действительно. И трайбы показали себя хорошо. Выиграли ревенантов, они выиграли Help Me, особенно Help Me 3-0 вообще. Crazy Raccoon, они тоже выиграли СК 3-2, это была очень жесткая схватка. За кого же отдать выбор, это очень сложно. И давайте же я определюсь с выбором и вернусь к вам. Шоу Интуиция только что было у меня, да. Но все-таки выбираю трайбов. Ребята, трайбы показали очень все достойно. Да, ЦР тоже очень жесткие. Но я выбираю их все-таки. И финал у нас Grand Final. STMN, Stamina против Тотемов. Две лютейших команды. Обе заслуживают победы. Опять-таки 50 на 50. Но моя душа, вы знаете, за кого. Тотемы, я их тоже очень обожаю. Не представляю просто, что будет происходить, какой будет счет. Будет мега заруба. И да, вы набрали под прошлым роликом 20 лайков, и теперь я буду стримить чемпионаты, как у меня будет это получаться делать. Ну и вы тоже поддерживайте активчиком. И если вы действительно хотите, чтобы завтра запустил стрим, напишите об этом в комментариях с этим таким кодом. Окей. Отошли опять-таки от темы Стамина, либо же Тотемы. Тотемы — это Европа. STMN — Северная Америка. STMN выиграли CR, Тотем выиграли Help Me. Знаете, через что пройдет Тотем? Я бы лично поставил на Тотем. Но я ставлю на Стамину. И мои предикты выглядят именно так. Получается, все на первое, да? Но надеюсь, что так и будет, и у меня будут все предикты 4 из 4. Отправляем предиктики. Прогнозы отправлены. Опять-таки, вот повторюсь, какие мои прогнозы. Надеюсь, что они действительно сбудутся. Опять-таки, я получаю еще очки. И надеюсь, я смогу завтра как-нибудь, может быть, будет больше очков даваться, долутать, собственно, 2К-поинтов хотя бы моему другу на аккаунт. Потому что пинчик тут довольно прикольный. Ну а если вы еще не долутали пинчик макс за 4000 поинтов, то пора бы поспешить, потому что это последний шанс, потому что в июне, когда будет ежемесячный финал, сбросит дорогу. Поэтому это последний шанс завтра получить аниме макс. Поэтому, дорогие друзья, я с вами не прощаюсь, увидимся уже совсем скоро. Всем удачи и добра!